С 4 по 6 октября в Пласте прошли всероссийские соревнования по национальным видам спорта. В перетягивании каната соревновались 5 команд в 10 схватках. Команда городов Верхнеуральск, Каргаяш, Пласт, сборная Республики Башкортостан и сборная Пермского края. По итогам встреч первое место заняла команда Верхнеуральска, второе место спортсмены Аргаиша, третье место у команды из Пласта. Победителям вручили командные кубки и дипломы, личные дипломы и бочонки башкирского меда каждому. Впервые за 3 года различных соревнований команда Верхнеуральска победила команду аргаяшских спортсменов.